Thank you.
Всех живых существ. Комментарии у Божественной милости.
обольщенная Духа Тиранта Слава Святого Рукавайту. Поклонение Божеству в храме входит в число обязанностей преданного. Оно предназначено главным образом для неофитов. Но и продвинутые преданные не должны пренебрегать им. Неофиты, продвинутые преданные, однако по-разному воспринимают присутствие Господа в храме. Неофит считает, что Акша-Виграха, скульптурное изображение Господа, отлично от изначальной личности Бога. Он думает, что божество в храме олицетворяет Верховного Господа, тогда как продвинутый преданный видит в божестве, установленном в храме, саму Верховную Личность Бога. В его глазах изначальная форма Господа, Акша-Мурти Господа в храме, не отличны друг от друга. Таким видением обладают преданные, достигшие высшей ступени преданного служения или бхавы, любви к Богу. Неофит же относится к поклонению в храме как к своей повседневной обязанности. Поклонение Божеству в храме – это составная часть жизни преданного. Каждый день он приходит в храм, чтобы увидеть Божество, облаченное в нарядной одежде. С благоговением он касается лотосных стоп Господа и поклоняется ему, предлагая фрукты, цветы и вознося молитвы. Однако, чтобы достичь более высоких ступеней преданного служения, преданный должен смотреть на другие живые существа, как на духовные искры, частицы Верховного Господа. Он должен выражать почтение каждому живому существу, которое так или иначе связано с Господом. И поскольку каждое живое существо, являясь неотъемлемой частицей Господа, изначально связано с ними, преданный должен стараться увидеть духовное равенство всех живых существ. Как сказано в Бхагавад-гите, пандит, или человек, обладающий знанием, не делает различий между ученым брахманом, шудрой, свиньей, собакой и коровой. Он не обращает внимания на тело, которое является всего лишь внешней оболочкой, но он видит не внешнюю оболочку брахмана, коровы или свиньи, а духовную искру, частицу Верховного Господа. Тот, кто не способен видеть в каждом живом существе частицу Верховного Господа, называется проклятый бхакта, материалистичным преданным. Такой преданный еще не достиг духовного уровня и находится на низшей ступени преданного служения. Это, однако, не мешает ему выражать почтение Божеству в храме. Хотя преданный видит единую природу всех живых существ, он общается далеко не с каждым. Из того, что тигр является частицей Верховного Господа, еще не следует, что мы должны заключать его в объятия, памятуя о его духовной связи с Верховной Личностью Бога. Общаться следует только с теми, кто развил в себе сознание Кришны, а не с тиграми. С преданными, обладающими сознанием Кришны, нужно поддерживать дружеские отношения и оказывать им особое почтение. Разумеется, другие живые существа также являются частицами Верховного Господа. Но поскольку их сознание осквернено соприкосновением с материей и не преображено сознанием Кришны, мы должны ограничивать свое общение с ним. И Свами Чакраварти Такур рекомендует избегать близкого общения даже с вайшнавом, если он обладает дурным нравом. Такому вайшнаву нужно оказывать должное почтение, но при этом по возможности держаться подальше от него. Вайшнавы считают каждого, кто признает Кришну Верховной Личностью Бога. Однако, чтобы стать настоящим вайшнавом, человек должен развить в себе все лучшие качества полубогу. Сидара с вами в своих комментариях объясняет смысл слова саттвенам, говоря, что оно является синонимом слова дарьяна, терпение. Чтобы достичь успеха в преданном служении, необходимо обладать великим терпением. Мы не должны прекращать преданное служение только потому, что наши первые попытки оказались неудачными. Несмотря ни на что, нужно продолжать свое служение Господу. Шрила Рупа Госвами подтверждает, что преданным служением нужно заниматься с энтузиазмом, терпением и уверенностью в правильном пути, в правильности избранного пути.
Терпение необходимо преданному для того, чтобы у него появилась уверенность. Кришна не отвергнет меня, поскольку я занимаюсь преданным служением. Он должен продолжать служить Господу в соответствии с правилами шастр. И рано или поздно к нему обязательно придет успех. Чего Прабхупада ки? Маддисня Адашана Спарша Пуджа Стутья Диванданая. Будишу мад бхаваная сатвена сангаменача. Преданный должен регулярно посещать храм, созерцать мои изваяния, касаться моих лотосных стоп, предлагать мне атрибуты поклонения и возносить молитвы. Он должен смотреть на мир с отрешенностью, порожденной гуной благости, и видеть единую духовную природу всех живых существ. Намо Вишнупада Кришна Кришта Бхутаре Шримати Бхактивиданта Свами Вигнамини Намасте Сарасвати Деви Бхагавани Прачарини Нирвишеша Шуньявади Пашчатаре Шитарини Ванча Калпатару Вишча Крипа Синду Девача Патитанам Павани Вьома Вишнави Вьома Намо Вима Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитананда Шри Адвайта Кадарахана Шривасвати Гоура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Господь Хапиладев, объяснив, в чем заключается суть преданного служения, или каков высший результат преданного служения, объясняет, каким образом человек может достичь этого состояния. Сказал, что человек, чьи мысли все время устремляются к Богу, чувствует такое огромное счастье, что даже когда ему предлагают освобождение, он отказывается. В соответствии с принципами ведической культуры, освобождение – это высший плод всех усилий человека. Нет ничего выше его. Потому что человек, который живет здесь, в материальном мире, рано или поздно сталкивается с какими-то страданиями, проблемами. И в результате своих скитаний по этому миру, и если он живет в достаточно здоровой атмосфере, начинает думать, когда же все это кончится. И понимая свою духовную природу, он начинает мыслить себя в категории духовного освобождения. Он знает, что есть другая, принципиально иная форма бытия, которая не связана с проблемами рождения, смерти, старости и болезни. И поэтому в соответствии с принципами ведической культуры мокша является самой высшей целью всех устремлений человека. Но Капиладев говорит, что если человек почувствовал хотя бы тень бхакти, и сам Кришна придет к нему и скажет, хочешь освобождение? Он скажет, не хочу. Если это освобождение не сопряжено со служением ему. Это очень существенный момент нашей философии. И Господь Чайтанья пришел для того, чтобы не просто доказать, а показать это состояние сознания. Есть состояние сознания, которое называется бхакти.
И в этом состоянии сознания человек не хочет не то что материальных наслаждений, он не хочет даже находиться на одной планете с Кришной, если эта планета, так или иначе, нахождение на этой планете не подразумевает служение Кришне. Разумеется, очень трудно представить себе, что значит находиться на духовной планете и служить Кришне. Но в Пуранах описывается, что рассказывалось про какого-то царя, который родился на Вайкунхе. И он жил там на Вайкунхе хорошо, и Кришну не видел. Иногда по телевизору его там. Но суть в том, что человек не хочет освобождения ради самого освобождения. У него нет этого желания. Единственное, что он хочет, это служить Кришне. И то, что он отказывается от освобождения, означает, что само по себе состояние служения Кришне гораздо более ценно для него. И после того, как Господь Капиладев сформулировал само это положение, то, что такое состояние есть в принципе. И стало быть, это и есть самая высшая цель всех наших устремлений, ничего другого нам не нужно делать. Он объясняет, каким образом человек может достичь этого состояния. И он объясняет здесь, в этом стихе, что для достижения этого состояния человек должен поклоняться Божеству в храме. И не просто объясняет, что это метод достижения этого состояния, но он также объясняет, к чему, в конце концов, человек, поклоняющийся Божеству в храме, должен прийти. Самыми существенными словами в этом стихе являются «Будешу мат бхаваная». И Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что, поклоняясь Божеству в храме, человек должен, в конце концов, прийти к пониманию того, что Кришна присутствует во всех живых существах. «Будешу мат бхаваная». Шрила Прабхупада говорит, что неофит приходит в храм, и для него это определенная обязанность. И даже если ему нравится это делать, все знают, что приятно пришел в храм рано утром. Кто в храм приходит по утрам, тот поступает мудро. Имам парам парапрапрам. Вот и утро. Поклоняется божествам. Но поначалу он все равно делает это как некий ритуал. Шрила Прабхупада говорит, что для преданного на начинающих ступенях пракрита бхакты, который не понял духовной природы всего сущего и своей собственной духовной природы, и, естественно, духовной природы Бога, божество в храме — это всего лишь символ Бога, некое указание на то, что Бог есть. Он пришел и душевной щедрости, от широты сердца, поклонился Кришне. Но если человек застревает на этом уровне, это значит, что он не двигается. Прогресс человека заключается в том, чтобы понять, что это не просто изображение Бога, не просто символ Бога, указание на Бога, некий знак, что ли, Бога, но сам Бог. И понять это может только человек, который одновременно с этим понимает, что все есть Бог. Метод, о котором говорит здесь Капиладев, заключается в следующем. Человек начинает выражать почтение Кришне, поклоняться Ему, и через это выражение почтения его сознание одухотворяется. Проблема нас в том, что у нас материальное видение. И материальное видение нужно нам для того, чтобы наслаждаться здесь материальным миром. Есть два принципиально различных способа существования в материальном мире. Один называется служением, когда я осознаю себя слугой. И для этого я все остальное должен видеть выше, чем я сам. Если я слуга, я всегда слуга.
это значит, что я должен служить всему. Но для этого я должен видеть всех выше, чем я. И есть другой способ существования в этом мире. Способ, который называется Ишвара Бхавы, настроение Господина. И для этого я должен все видеть ниже, чем я. И я частица Духа. Если я буду видеть Дух и проявление Духа в других, я не смогу наслаждаться этим. Чтобы наслаждаться чем-то, я должен видеть все материальным образом. Потому что я наслаждаюсь, я частица Духа. Для этого все остальное должно быть материей. Мое материальное видение дано мне не просто так, оно дано мне для того, чтобы помочь реализовать главную цель моего существования здесь. Живое существо думает, что цель моего существования заключается в том, чтобы наслаждаться. Для этого я все должен видеть как материю, то есть ниже меня. И таким образом эксплуатировать все, что я вижу, и выжимать наслаждение из этого. Чем дальше человек отходит от Бога, тем более грубым становится его зрение. И тем в большей степени он может оправдать себя в своем желании эксплуатировать все, что есть, все то, что он видит. На самом деле мы можем посмотреть, что человек, который отошел от Бога на очень далекое расстояние, он даже в живых существах не может увидеть живое существо, а видит всего-навсего объект своего наслаждения. Когда я эксплуатирую другое живое существо, другого человека, который находится рядом со мной, будь то жена или муж, или ребенок, я вижу его всего лишь навсего как кусок материи, предназначенный для моего собственного наслаждения. И человек, который находится в этом состоянии Ишвар-бхавы, он будет совершать насилие над другими живыми существами. Хинса или насилие, боль, которую я причиняю другим живым существам, является естественным следствием моего представления о себе как об Ишваре, как о наслаждающемся, и, соответственно, для этого я всех остальных должен омертвить. Люди сейчас, они смотрят на мир, как просто на мертвые. Есть целый огромный институт, который, по сути дела, в современном обществе исполняет роль религии, это наука. И наука нужна только для того, чтобы всем объяснить, все материя. За всем этим стоит очень важная философское представление. Мне нужно все видеть как материю, как просто молекулу. Там ничего нет больше. Только молекулы, атомы, они там соединяются друг с другом. Что, соответственно? Наслаждайся. И люди кто? Молекулы, атомы. Тоже молекулы, атомы. Что с этими молекулами, атомами нужно делать? Наслаждаться. И когда неофит приходит в храм, это первый шаг по направлению к Богу, потому что он, признавая существование Бога, занимает смиренное положение. И говорится, вот он божество, вот он Бог. Как минимум, уважай его, возноси ему молитвы, касайся до его стоп, как минимум, поклоняйся ему. И человек думает, что это всего-навсего некий ритуал поначалу. Но вера, которая у него есть, позволяет ему продолжать делать это. Однако, как объясняет замечательный Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху, в конце концов, мое поклонение Господу или преклонение перед Господом должно поменять мое видение. Я должен увидеть Бога во всем. Я должен понять, что все, что я вижу, является объектом моего. Потому что я слуга, я должен служить всему. Бог всюду. Бог не только в храме, Бог не только в своем изображении. Бог находится в сердце каждого живого существа. Позже Тапила Дев скажет, что тот человек, который поклоняется мне в храме, и при этом не понимает, что я нахожусь в сердце каждого живого существа, все равно, что заливает топленое масло на пепел. Иначе говоря, это напрасный труд. И это перемена видения, постепенная перемена видения, очень болезненный процесс.
Потому что внутри я все равно остаюсь наслаждающимся. Эта программа наслаждающегося в течение достаточно долгого времени будет действовать во мне. И все время я буду сбиваться. Промежуточный этап прокрытия бхакти. Я все время буду сбиваться на желание наслаждаться. Иногда люди даже наслаждаются Кришной. Пытаются наслаждаться Кришной. Хотя это совсем уже нехорошо. Но они думают, что зачем Кришна еще нужен. Мне рассказывали про одну счастливую семейную жизнь в сознании Кришны. Там жена, ну как это часто бывает в Кали-Югу, главная. У них божества есть. Жена обычно с утра подходила к божествам, потом шла к своему мужу и говорила: «Божества сегодня хотят апельсины». Муж бежал и покупал апельсины. Понятно, что какие божества хотели апельсины. Но в течение какого-то времени у человека остается этот менталитет. Он хочет все равно наслаждаться. И только наслаждаться в этом мире. И для этого он пользуется божествами. Но божества нам нужны для одной цели, для того, чтобы понять, я слуга. И для того, чтобы начать служить. И иногда люди из других религий смеются над вайшнавами или над последователями индуизма. Они говорят, что они идолопоклонники. Более того, даже в самой ведической культуре есть люди, которые осмеивают поклонение божествам. Но это люди, которые ничего не понимают. Потому что Бог может войти всюду. Шрила Прабхупада говорил, что люди признают, что Бог всюду. Но почему-то не признают, что Он в божестве находится. И однажды он привел очень интересное сравнение. Он сказал, что вода тоже всюду находится. Правильно? Вода находится в воздухе. И если у вас есть жажда, и вам говорят, попейте воду вот из воздуха, подышите, пожалуйста. Сможете вы утолить свою жажду? Вода также в дровах находится. Сможете вы отсюда утолить свою жажду? Если у вас есть жажда, то вам нужно взять стакан воды и выпить ее. И Кришна приходит в своем конкретном виде, в виде божества, для того, чтобы человек мог утолить свою жажду служения. Да, Бог находится повсюду, но Он конкретно находится в божестве. И человек, начиная служить божеству, должен понимать, что это не просто изображение божества, а что это сам Бог, который пришел ко мне, чтобы я мог конкретно служить. Потому что у меня нет другого способа одухотворить свое сознание и очистить свои чувства, кроме как конкретно соприкасаться с Господом и делать что-то. На самом деле, жажда, которая живет в сердце каждого живого существа, это жажда любви. Каждое живое существо хочет любви. Но любовь, опять же, в отличие от распространенных недоразумений в этом мире, она всегда конкретна. Иногда люди говорят, о, любовь, любовь, любовь. Мы посылаем вам свою любовь. Это распространенная фраза, я ее часто слышу. Люди, которые эзотерики особенно, они сидят где-нибудь и посылают любовь. Потом спрашивают, получили посылку? Суть в том, что любовь всегда конкретна. Любовь – это не просто некая абстрактная вещь. Любовь должна проявляться в виде конкретной деятельности. И Шрила Рупа Госвами, определяя чистое преданное служение, он подчеркивает именно этот момент. Любовь бессмысленна, если она не проявляется в виде деятельности. А для того, чтобы мне служить Кришне, или для того, чтобы мне проявлять свою любовь, мне нужно иметь возможность делать это. Я сейчас, к сожалению, не вижу трансцендентной формы Господа. И Господь принимает форму Божества для того, чтобы я мог конкретным образом проявить свою любовь. И в моем отношении с Божеством, собственно, и проявляется
то люблю я его или я просто притворяюсь кем-то. Сила Прабхупада объясняет, что если человек поклоняется Божеству должным образом, то в конце концов он понимает, это не просто изображение Божества, это сам Бог. В Читании Чаритамрите есть замечательная история Сакшидапала, который наслаждался сам Чайтанья Махапрабху во время своего паломничества, когда они шли из Бенгалии в Орису, они остановились в Катаке. Катак — это город, который некогда был столицей Орисы. При Махараджи это порудили, это было столицей Орисы. И там в то время находился храм Сакшигопалы. Сакшигопал, развалины этого храма Сакшигопала до сих пор есть во Вриндаване. С незапамятных времен этот Сакшигопал стоял во Вриндаване, он был одним из изначальных божеств Вриндавана, который установил Махараджа Ваджрана. Недалеко от нынешнего храма Говиндаджи находился храм Гопала, Сакшигопалы, и до сих пор развалины ему там остаются. И когда Чайтанья Махапрабху пришел в этот храм, Нитьянанда Прабху стал рассказывать ему историю этого божества. И Господь Чайтанья с огромным блаженством слушал эту историю, потому что суть этой истории — доказать как раз это. Центральными словами этой истории являются слова молодого брахмана, обращенных к Сакшигопалу. «Пратимаанахатуме сакшат праджанбарнандана». Все знают эту историю, можно вкратце рассказать, как два брахмана отправились в паломничество. Старый брахман, богатый, аристократический, который помогал молодой, бедный и не очень знатному происхождению брахмана из касты низшего происхождения. Старый брахман порыве чувств во Вриндаване, в Матхуре, стал говорить, я хочу отдать тебе дочь. Молодой брахман стал говорить, не нужно мне твоей дочери, ради Бога. Я служу тебе не из-за дочери. Я служу тебе, потому что я хочу тебе служить, мне нравится тебе служить, потому что для меня это служение Богу. И Шрила Прабхупада цитирует так, что на самом деле человек на высоком уровне преданного служения, когда его сознание поменялось, он понимает, что служить Богу можно, служа живым существам, в частности, служа брахманам, служа другим, служа вайшнавам. Сколько не отнекивался этот молодой брахман, старый брахман настаивал, говорил, я же должен как-то свою благодарность проявить, ты мне служишь, я тебе что должен дать, у меня ничего нет, дочь моя. Молодой брахман сказал мне, этого не случится никогда, потому что твои родственники воспротивятся. В очень строгом, иерархически устроенном ведическом обществе это большая проблема. Там, не дай Бог, кто-то чуть-чуть ниже, чуть-чуть выше. Недавно она Матаджи рассказывала, она вышла замуж в Индии. Она говорит, ну невозможно, совершенно невозможно там жить. Потому что чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда уже что-то не то сделал. Она говорит, я со слугой однажды хорошо как-то поговорила по-дружески. Меня прям потом родственники моего мужа долго отчитывали, потому что что ты делаешь? До сих пор, даже сейчас, это иерархическое сознание очень сильно там развито. Там все очень тонко. К родственник пришел, если он чуть-чуть победнее родственник, ему нужно по-особому относиться, если он чуть-чуть побогаче, нужно особым образом относиться. Постом дело тонкое. Молодой брахман говорит старому брахману, ты забыл, что ли, где мы живем? Дело тонкое. У меня нет ни денег, у меня нет ни знатного происхождения, ничего. Ты хочешь мне свою дочь отдать? Это твои родственники, они тебя со свету живут. Не надо. Он говорит, нет. Кто тут в доме хозяин? Я или кто-то еще? Дочь моя, я тебе отдаю. Тогда молодой брахман из сострадания к старому брахману сказал, пойдем к Гопалу. И ты пообещаешь перед ним, чтобы он был свидетелем. Пообещал перед Гопалом, и молодой брахман в этот момент сказал, Гопал,
Если он мне не отдаст, тебе придется прийти и засвидетельствовать, то что он пообещал это перед тобой. Запал. Обещал. Потому что Кришна сам объясняет Бхагавад-гите, я там пропадет это абстракали баджанахам. Как человек относится ко мне, я отвечаю ему взаимностью. Если человек видит во мне Бога, то я Бог для него. Если человек видит для меня во мне статую, я статую для него. Проблем нет. Могу статуей быть. Но если он знает, что я Бог, я буду живым, я буду говорить с ним, я буду отвечать ему, я буду делать все то, что он хочет. И когда они вернулись, Сай Брама через какое-то время, он посмотрел на свою жену, он забыл в паломничестве, его сознание немножко очистилось, он забыл, что у него жена есть, дети есть, материалисты. Он в какой-то момент осмелился и сказал, знаете, что я дочку свою пообещал, такая сцена началась, все стали, жена начала рвать на себе волосы. Сыновья сказали, мы порвем с тобой, мы не хотим иметь с тобой ничего общего, потому что люди нас осмеивать будут. Люди будут смеяться, что мы отдали нашу аристократическую дочь какому-то, непонятно вообще кому, отребью какому-то, безродный пленник. Ты жена в конце концов сказала, я приму последнее оружие всем женщин. Они плакать начинают, и грозятся, что покончат свои убийства. Дети сказали, мы тебя сами отравим. Говорили так. И сказали, уйдем, все, нет, ничего общего. То стало говорить, я же пообещал, я же не могу свое слово назад обратить, я же прав. Тогда сын у него хитрый, умный был сын, мудрый был сын. Сын сказал, а ты просто скажи, что я что-то не помню, он старый человек, память отказала. Ты не говори, что ты не обещал, ты скажи, просто не помню, обещал, не обещал, может обещал, может не обещал. Ну просто память моя немножко замутилась. Молодой Брам пришел, говорит, где дочка? И кажется, она мне нужна, потому что мне нужно, чтобы ты свое слово выполнил, ты перед божеством это слово дал. Старый Брам вышел и сказал, не помню. А сам перед тем, что молиться, Гопала, пропала. Я тебе слово дал. Пожалуйста, сделай так, чтобы я сохранил свое слово. Гопала, пропала. Ты свидетель. Тогда молодой Брам собрал всех людей и стал говорить, а, посмотрите, что случилось. Старый Брам пообещал мне дочку, а теперь не отдаю. Сын этого Брамана. Ты негодяй. Ты как камень, который хочет луну достать с неба. Никогда ты нашу мою сестру не возьмешь себе. Ты просто притворщик. Ты опоил моего отца, отобрал у него все деньги, опоил его дурманом. Он что-то там такое непонятное, что я тебе сказал. И теперь ты еще и дочку приводишь. Сестру мою. И люди, они стали думать. Особое качество человеческой психологии, когда люди слышат что-то плохое, они сразу готовы верить. Когда люди слышат что-то хорошее, они говорят, может так, может не так. Но если они слышат что-то плохое, сразу же они думают, так и есть. Наверняка. Хотя все знали этого молодого Брамана, знали, что он нечистый, они подумали, наверное, скурился. Наверное, совсем он посквернился там, да, надо же, человек бывает, да. Опоил. Брама стал бить себя в грудь и говорить, Гопал свидетель. И тут сын закричал, да, Гопал свидетель, Гопал. Пусть придет сюда и подтвердит. Тогда мы поверим. Молодой Брам сказал, конечно, придет. Если нужно, чтобы он придет сюда и подтвердит это. Потому что он свидетель, и он мне пообещал. Он подтвердит.
отправился на Палу. Долгий путь, пришел на Палу. И стал говорить, пойдем со мной. Капал говорит, ну давай я как-нибудь так вам дам знать или все. Он говорит, не-не-не, никаких сердца, ничего такого не нужно. Не надо. Ты пообещал, пожалуйста, приходи и подтверждайся. Тот говорит, ну я ж статуя. Капал ему говорит, я ж статуя, статуя разве ходит? Где ты видел, чтоб статуи ходили? Молодой браман сказал, а где я видел, чтоб статуи говорили? Если ты можешь говорить, то приходи тоже. Капал говорит, логично. Если могу говорить, значит, ходи тоже. Ну ладно, хорошо, пойду за тобой. Только не оглядывайся, потому что никто не должен видеть, как я хожу за тобой. Прошел, всю дорогу прошел. Когда они шли по песчаному пляжу, как колокольчики, он сказал, а как я буду знать, ты обманываешь меня? Ну, колокольчики будут у меня на ногах, в лодыжку звонить. Они колокольчики песком забились. И они шли по песчаному пляжу, уже недалеко от Кумы, где на горе. Молодой Браман идет, идет, а звука нет, колокольчика нет. Он говорит, ничего себе. Я двинулся. Тогда Капал сказал, все, больше не пойду. У нас договор такой. Ты в свое время царь Арисы, отец Махараджа Пратапарудры, привез этого Капала из Видьянагара, который стоял. Когда этот молодой Браман обращался к Сакшу Капалу, он говорит, Пратимана Хатуме, ты для меня, сколько ты не обманул меня, ты можешь сколько угодно стоять, притворяться, что ты статуя. Для меня ты не статуя. Сакшат Раджангана. Ты для меня сам Бог. И это одухотворение сознания происходит в процессе поклонения Божеству. Если человек поклоняется Божеству с пониманием того, что Бог приходит в этой форме, и что для него никакого труда не составляет любую форму принять, он может войти, если он в наше сердце вошел, то что ему стоит войти в Божество? Он даже в нашем сердце находится. И если человек понимает это и поклоняется Божеству с этим пониманием, то постепенно его сознание одухотворяется. И каким образом я могу понять, что мое сознание одухотворилось по очень простому принципу. Я начинаю видеть, что Бог находится в каждом живом существе. Что все живые существа являются частицами Кришны. Я начинаю понимать, вот они, объекты моего служения, что мне не нужно далеко ходить, что все они мои господа. И Шрила Прабхупада объясняет, разумеется, это не значит, что человек сумасшедшим становится, и в тебе влезет обнимает. Но он видит, каждое живое существо, муравей, тоже искрит Бог. Это бхакти. Бхакти значит, что у меня есть любовь к Богу. И как Шрила Прабхупада объяснял, любовь к Богу означает, что я также начинаю любить все живые существа. Этот идеал любви ко всем живым существам, или высший этический идеал, реализуем только тогда, когда я реально вкладываю свою любовь в Верховную Личность Бога. Тогда я начинаю видеть все остальное как продолжение Кришны. До этого все эти высшие этические идеалы или истины хорошие, они останутся относительными в моем сердце. Как однажды Шрила Прабхупада спросили, что нужно делать? Нужно поклоняться живым существам, любить все живые существа, и таким образом полюбить Бога, или полюбить Бога, и потом все живые существа. Я сказал, непрактично. Достоевский однажды сказал, чем больше я люблю все живые существа, тем больше я ненавижу каждого человека в отдельности. Чем больше я люблю все человечество, да? Человек может говорить, о, я люблю, люблю, люблю. А в
потом, когда конкретный человек подойдет к нему, он скажет, слушай, кто такой? Но если человек видит Бога и видит связь каждого живого существа с Богом, то ему очень легко любить всех. Он понимает, что какая бы оболочка ни была, может, она уродливая или не очень приятная, какие бы у него ни были проблемы, он все равно искренне. Я вижу Бога в нем, и я обращаюсь к нему как к частице Бога. И такое видение, мало того, что оно возвышает самого меня и, безусловно, позволяет Богу проникнуться ко мне, оно возвышает всех остальных живых существ. Когда человек сталкивается с таким видением мира, когда мы сталкиваемся с человеком, который видит в нас не просто искаженный ум и материю, а видит в нас частицу Бога, мы чувствуем, как мы сами очищаемся. В этом секрет Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада пришел с этим равным видением. И он не видел в людях, которые приходили к нему, хиппи или наркоманы, или пьяницы. Он видел в них искры Бога. И они чувствовали это и откликались на эту эмоцию, на эту бхаву, которую исходила от него. Потому что когда мы подходим к другому человеку, и от нас все время поступают сигналы. Если эти сигналы, ты негодяй, ты негодяй, ты негодяй, то человек будет в соответствии с сигналом посылать, да, я негодяй, я негодяй, я негодяй. И мы будем жить среди негодяев. Почему? Потому что мы негодяи. Но если я подхожу к другому человеку и вижу в нем прекрасную душу, частичку Кришны, то говорю, ты же душа. Другой говорит, как же я забыл об этом? Фак, это душа. Поэтому, когда человек поклоняется божеству правильно, то в конце концов, и как говорит здесь Шрила Прабхупада, повторяя слова Шридхара с вами, с терпением, сатвена, сатвена значит сатва, значит терпеливо. Будучи уверенным в том, что в конце концов он достигнет успеха, потому что Кришна рано или поздно смилостивится и поменяет ему глаза, то такой человек обретает настоящую бхакти, и его бхакти может спасти весь мир. Бхакти одного человека может спасти и очистить весь мир. И Капила Дев, начали нашей цепи ученической приятельности, объясняют, каким образом это можно достичь. Нужно просто каждый день приходить в храм, предлагать божеству фрукты, кланяться, возносить ему молитву и говорить, я знаю, ты сам Бог. И ты пришел, чтобы дать мне возможность как-то служить тебе. Спасибо большое. Саду Сангхи. Аллилуйя. Махарадж, у меня такой вопрос, он практический. Я думаю, что люди, которые работают на земле, меня поймут. Все, кто работает, выращивает что-то на своей земле, они вынуждены сталкиваться с существами, которые по своей природе вредят тому, что мы выращиваем. В этом году, например, в Латвии было нашествие колорадских жуков. Нам нужно как-то с этим бороться. И в то же самое время мы в каждом живом существе, в муравье или в колорадском жуке, должны видеть духовную искру. Да? Вот как объединить работу на земле и это видимо. Поэтому в предыдущем стихе говорится, что божеству нужно поклоняться на ати хим срена. Без чрезмерного насилия. Иначе говоря, и в предыдущем комментарии Шрила Прабхупада объяснял, что природа этой жизни насилие.
Ведь все построено на насилии. Мы не можем насилие полностью избежать. И когда мы поклоняемся Кришне, мы тоже совершаем насилие. Мы предлагаем им фрукты, овощи, тоже насилие определенное. Там есть какие-то черники, мы их тоже предлагаем. Микробы, все что-то такое. Мы не можем полностью избежать. Есть люди, которые абсолютно параноиками становятся. Они надевают повязки джайны. Можно видеть до сих пор этих саду джайны. Надевают повязки, перед собой идут и метут, тёлка все это, чтобы, не дай Бог, никого там не становится. Шрила Прабхупада в предыдущем комментарии говорит, ради служения Кришне Арджуна уже убивал. Если ради служения Кришне может даже убивать родственников, то что же говорить про колорадских жуков? Просто она не должна быть ати. Чрезмерно, на атихимсе. То есть должны быть какие-то разумные рамки. Я не должен оправдывать этим все. Я должен, насколько это возможно, избегать насилия. В Ведах говорится, в Упанишадах говорится, ахимса парама дхарма. Ахимса есть высшая дхарма, высшая обязанность, высшая религия, высший долг человека. Но полностью ахимса, ахимса, доведенная до абсурда, превратится в то, что я сам себя убью. Потому что я не могу существовать, не причиняю насилие. Ахимса не в этом. Ахимса именно в том, что я могу убивать колорадских жуков с очень большой любовью. В смысле, что понимаю, что они искры Бога, но они заблудились где-то там. Иначе говоря, какое-то насилие неизбежно, мне все это делать. Там так громкий голос. Вначале спасибо большое за лекцию. В начале лекции вы говорили о, так сказать, позитивном вкладе науки, что она поворачивается идея от Бога. Мы также видим расхожие, так сказать, мирские религии, которые бытуют везде, которые отправляют Бога на пенсию, и чтобы он не мешал заниматься людям своими делами, и просто подписывают свое видео. Как нам в нашем обществе избежать этой участи? Эти тенденции, как говорят, мы избежать этой участи. Шрила Прабхупада задавали такой вопрос. Каким образом избежать? Это естественная деградация. Мы находимся в материальном мире. У нас все время есть соприкосновение с высшими гунами природы. Любое соприкосновение с материальной энергией оскверняет человека. И, естественно, все эти тенденции. И мы можем видеть даже в сознании Кришны происходит постепенная тенденция обмерщвления и преданных, и как-то самой философии. Вводятся какие-то вещи, которые ну как бы невинные под прикрытием юкты вайраги. Безусловно, все эти тенденции они будут. Но Шрила Прабхупада был оптимистом. Он сказал, если люди будут следовать четырем регулирующим принципам, повторять 16 кругов, то они смогут этого избежать. Иначе говоря, как говорит сам Чайтанья Махапрабху, Чайтанья Чаритамрита, что нам это парама упая. Нам это высший метод, святое имя, это высший способ очищения сознания. И хотя загрязняющие тенденции будут все время существовать, пока мы находимся здесь в материальном мире, если мы будем соприкасаться со святым именем и с духовной энергией, носителем которого она является, потому что это сам Бог, то шансы есть, и это осквернение не произойдет. Если мы будем твердо помещать в центр нашей жизни, в центр нашей практики святое имя,
и хранить веру в очистительную силу святого имени, и повторять святое имя в правильном настроении, то тогда мы можем избежать всех этих печальных или нежелательных тенденций и сохранить чистоту. Но если, как часто люди забывают об этом, и как-то другие вещи выдвигают на первый план. Я помню, когда я первый раз приехали в Майяпур, я посетил какой-то храм Гауди Матха. Меня поразило там, что они Хари Кришну не поют. Они стоят как они паджами, потом один раз Хари Кришну и все. Они там сидят такие бенгальские бабушки, древние цвета. Родители просыпаются несколько. Ты приходишь в наш храм, в нашем храме. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И до тех пор, пока Харе Кришна, Харе Кришна будет в церкви. Надежда есть. Когда она уйдет и заменится чем-то еще, какими-то другими вещами, надежда не будет. Причины последовать по стопам всех остальных старших братьев. Это продолжение истории об апельсинах. Какой? А, скажите, кроме я не слышал. Как понять, что короли раньше охотились? Точно так же и понять, что есть некая... Шрила Прабхупада говорил, что кшатри не может... Это то, что называется арога сида бхакти. Шилджива Госвами, объясняя арога сида бхакти, говорит, что в принципе любая вещь может быть преданным служением, если я внутри связываю ее с Кришной. Любая деятельность может быть преданным служением. Я говорю внутри, для себя, что я делаю это для Кришны. То, как я понимаю это. Ты, причем Манмохан недавно мне показал эту цитату. В Бхактисиддханте говорится, что даже не совсем здоровая деятельность, если она делается для Кришны, может относиться к категории бхакти. Иначе говоря, если человек, например, я рискую очень сильно говорить, например, если человек курит, предположим, и внутри, и он хочет отказаться от курения, он понимает, что это хорошо, что в конечном счете это плохо. Или как Шрила Прабхупада говорил, если пьяница пьет вино и думает, вкус вина – это Кришна, это бхакти. Естественно, надо слишком злоупотреблять этой формой бхакти, потому что иначе слишком весело будет. Но если человек не может отказаться, но при этом внутри его, он так или иначе сражается, и он говорит, хорошо, Кришна, вот. Он как-то связывает это. Не говоря уже там о блинчиках с картошкой. Если даже это... может относиться к категории бхакти. Если я внутри искренне стараюсь делать это для Кришны, то это нормально. Но в конце концов я должен... Сваруп сидда бхакти — это когда я сначала спрашиваю, что Кришна хочет, а потом это делать. А роб сидда бхакти — это когда я знаю, что я хочу, и говорю, Кришна, ну вот прими это от меня. Сваруп сидда бхакти — я сначала спрашиваю, а что Кришна хочет. Хочет это? И потом делаю то, что он хочет. Я спрашиваю, какие у Кришны диетические предпочтения. И выяснится, что Кришна любит салчи, рис, хичи. Я готовлю Кришне то, что ему больше нравится.
This last point, we should all know that a pizza is a self-realized chapati. Чтобы как следует оценить привязанность Кришны к пицце, мы должны понять, что пицца – это чапати, достигшая самореализации. Чапати в процессе своей эволюции превращается в пиццу. Хари Кришна, сегодня какой-то удивительный день. С самого утра почему-то много раз, вспомнил о всех божествах, которые главные считаются. После этого без конца слушали про Санатана Госвами. И день Экадыши, и у нас фестиваль. Может ли быть такое, что мы все, ну, как бы вот, хоть капельку чем-то угодили нашей парампаре. Вот, могли ли мы хоть капельку, ну, как бы послужить своим, как говорится? Даже наверняка, можете в этом не сомневаться. Когда человек делает то, что хочет от него парампара, приходит на Мангаларати и повторяет святое имя, служит Божествам. И главное, служит преданным, общается с преданным, проповедует. То, конечно, парампара довольна. Можете в этом не сомневаться. Парампара будет давать вам разные знаки, что она вами довольна. И только вы будете их принимать, никто другой не будет это принимать. Вы только одни. Поняли, что пора продавать. Спасибо большое. Спасибо вам, Нидаки. Спасибо всем, дорогие.